Всем привет, дорогие зрители! Нашел огромную квартиру 5+1 шестикомнатная в районе Махмутлар с видом на здание, в первую очередь, на море и на горы. Проект был сдан в 2021 году. Есть вся инфраструктура. Айда тут 400 лир. Вид на крепость Алании. Есть шум от дороги, улица Ататюрка. Под этим зданием есть супермаркет. Так, вот такой просторный балкон. Первый. Идемте внутрь. Инфраструктуру я сниму в конце ролика, так что, как услышите цену, не закрывайте ролик. Досмотрите до конца. И для зрителей, которые смотрят ролики, так как я не успеваю все снимать, у нас есть плейлист на канале YouTube. Мы сделали сортировку для вас, чтобы вам удобно было искать по бюджету, также по категориям 1+1, 2+1. Переходите в наш плейлист и смотрите ролики. Виллы я давно не снимаю, так как запрос, если бывает, то нужно на месте ездить и смотреть. Кому интересна вилла, звоните, пишите после того, как вы приедете в солнечную Аланию. И не забывайте, звоните мне. Так, спальню вы увидели со всех сторон. Здесь у нас первый санузел. Частично мебелированная. Так, высота потолков 285 сантиметров между ними. Панорамный вид отсюда у нас где-то. Так. Так, вот такой вид. Стекло нужно помыть, почистить. Кондиционер фирмы Arçelik, инверторная. Здесь у нас коридорчик, лесенки на верхний этаж. Вторая спальня. Просторная комната, 300 квадратных метров вся квартира. Жилых здесь где-то 240-245 квадратных метров. Тут у нас второй санузел. Большой такой. Стиральная машинка фирмы Бека. Здесь видите, да, какой красивый вид на море. Этот вид у вас уже никогда не закроется, так как здесь дорога. Там вдруг построят здание, вот там что-то строят. Угу. Так. Угу. Наша третья спальня. Сторона тут. Эта сторона восточная. Та сторона на балконе была южная. Идемте дальше. Домофон. Третий санузел. Стоит проточный водонагреватель фирмы Leito Electronic. Ну, здесь большое место. Так. И у нас на раз, два, три, четвертая спальня. На нижнем этаже двухуровневые квартиры. Просторная. 16-17 квадратных метров. Также есть балкончик. Кондиционеры у нас на этом балконе. Отключим свет, чтобы не спускаться вниз. Все. Идемте теперь вверх. Смотрите, лесенки здесь тоже просторные. Можно легко пройти, спуститься, прыгнуть, упасть, встать. Ох, какая красота. Поднимаемся на верхний этаж. У нас двери сразу с верхнего этажа. Входите в квартиру, спускаетесь вниз. Ну, видите, какая огромная здесь гостиная. Там еще отдельная кухня. О-о-о. Огромная квартира для большой семьи. Встроены шкафы.
О, здесь что у нас? Вешалки. Все покажу, все, вот там фит. Что у нас так? Ё-моё. Еще один санузел здесь. Так. Так. Ого, еще один балкончик. Тоже терраса маленькая, скажем. Веранда. Изоляция очень хорошая. Есть солнечная батарея на крышах, видите, да? Так. Ага. Тут у нас санузел верхнего этажа. Здесь у нас кухня огромная. Какая большая. Дамы. Видели такую кухню? Бытовая техника вся, фирма Арчилик. Карбоновая у нас мойка. Столешница гранитная. То есть вытяжка такая большая. Все с доводчиками. Духовка. Вид с кухни. Ляпота. Я знакомлю вас с хозяином, вы сами цену обсуждаете. Цену скажу в конце ролика. Так, здесь у нас еще дополнительно какая-то гостиная комната. Я сам не понял, что можно здесь сделать. Там, тут. Дверь вроде огромная. Ну, нужно сесть подумать. Тоже вроде как гостиная или гостевая комната. Тоже большая. И терраса у нас тут. Вот. Огромная терраса. Ега, вид, красота. Вот здесь более-менее море уже красиво видно. И крепость Алания видно. Черепица. Так, дорогие зрители. Что нужно сказать? Нужно сказать вам цену. Айдат, услышали, 400 лир. Цена этой квартиры 255 555 евро. Так что пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Не закрывайте ролик, я спускаюсь и показываю вам всю инфраструктуру. Там и скрытый бассейн, сауна, фитнес, турецкий хамам, который работает. Я, может быть, скупаюсь там сейчас. Буду париться. И большой бассейн, детская игровая площадка сверху. Ждите, не закрывайте. Так, дорогие зрители, вот такой лифт. Такие вот интересные, красивые кроссовки. Так, вот такой интересный лифт. Здесь у нас еще второй лифт есть. Так, лобби. Цветочки. Так, здесь у нас открытый бассейн. Все, короче, тут есть. Там место для лилисапедов, открытая парковка, аквапарк, наверху у нас теннис, там баскетбольная площадка, детская игровая площадка, нужно подниматься наверх. Здесь у нас открытый бассейн, хамам, так. Фитнес, теннисный стол. Тут детская игровая комната. Так. Здесь массажная комната. Угу, стол тоже есть. Сауна. Хамам.
Подожди меня, я сейчас вернусь. Здесь у нас фитнес. Здесь санузлы. И крытый бассейн, который работает. Не такой большой, но хватает. Поднимусь я наверх, покажу вам территорию. Расстояние отсюда до моря 600 метров максимум, до воды Средиземного моря. Я всегда отмеряю по карте Google, дорогие зрители, как есть, так и говорю. Не до дороги, а именно до воды. Порой отсюда мне некоторые знакомые говорят 200 метров до моря. Я говорю, птичьи полета нету. Так, есть мини-футбольная площадка, баскетбольная площадка. Здесь открытая парковка. Вот здание, два блока. Детская игровая площадка, беседка. Две беседки. И два зоны барбекю. Две зоны барбекю. Все, дорогие зрители. Ставьте лайки. Комментируйте. Комментируйте. Еще раз комментируйте. Большая квартирка. Цена очень хорошая. Так что звоните. Насчет цены я еще обсужу. Хорошо? Все. Подписывайтесь по-любому. Уже подписались. Не отписывайтесь. Всем пока-пока.